Сотрудники по делам несовершеннолетних УМВД России по Одинцовскому городскому округу провели единый день профилактики для учеников 6-10 классов. Они посвятили беседу с подростками безопасному поведению в сети интернет. Школьникам рекомендовали быть внимательными, не доверять незнакомым людям, которые могут воспользоваться неопытностью и доверчивостью детей и попытаться вовлечь их в противоправную деятельность.